Виктор Александрович, вот на одной из наших встреч я услышал такую вашу фразу. Она была сказана в личной беседе, но была сказана очень эмоционально. Краю нужна не стабильность, краю нужна революция. Вот что вы имели в виду вот под этой фразой? Ну, конечно, это, наверное, здесь эмоций больше, чем содержание этого смысла. Да, это было сказано очень эмоционально, но меня эта фраза зацепила. В любой позиции есть какой-то смысл. Просто, вы знаете, когда стабильность уже как-то ассоциируется с застоем и консерватизмом, это плохо. Стабильность должна быть в отношениях, стабильность должна быть в политическом процессе, стабильность должна быть в жизнеобеспечении, чтобы не было никаких катаклизмов. Это все так. Но все-таки согласитесь, и России в целом, и регионам России, и тем более региону с огромными возможностями, какими обладает Красноярский край, нужно развитие, нужно качественное развитие, нужно стремление обновить многие сферы жизни. А это требует обновления очень многих подходов и организационных, и управленческих.